Специалисты комитета по ЖКХ совместно с контрольным управлением провели в пятницу проверку придомовых территорий. В среду у нас проходил штаб по благоустройству. Всем управляющим компаниям после объезда территории были предоставлены снимки, соответственно, с несанкционированными свалками. На сегодняшний день будут составляться уже протоколы об административных правонарушениях. Срок нерадивым управляющим компаниям давался до пятницы. Результат, точнее, отсутствие такового, как говорится, налицо. Куча сваленного мусора, ветки, мешки так и украшают некоторые дворы. То, что мы сегодня видим, это халатное отношение управляющей компании к своей обязанности. То есть мы будем принимать меры административного воздействия, будем собирать административный материал для возбуждения административного дела. Санкции за данный вид нарушения предусмотрены на юридическое лицо от 40 тысяч. Список неубранных территорий немалый. Административную ответственность придется нести руководителям управляющих компаний, обслуживающих территории по адресам. Гвардейская 8, 26, 20А, 38 и Терешковой 5. Татьяна Лисеева, Виталий Немов. Новости Димитровграда.